Ну вот, погода распогодилась, солнышко выглянуло. Решил отвал покопать. Так, вроде ничего доброго, но один образец капитальный, конечно. Ну как капитальный? Мне понравился. Ну, вот турмалин сидит. Шерл на пегматите. Классика. Сюда попадает пигматит. О. Ну вот, небольшой кристаллик в пигматите. А здесь пачка слюды. Ну, интересно. Интересно. Одна из последних поездок. Все равно скоро все застынет. Не до этого будет уже. Ну, это как обычно, осколки кристалла. Осколки кристалла. Здесь тоже какие-то непонятные осколочки, что ли. Продолжаю в том же духе. Будет что интересное, покажу. Ну, понимаете, на старый отвал сядешь, ну, видно, что никто не работал. И вот тогда только вот интересные вещи и начинают. Это я уже показывал. Ну, всякие такие вот. Вот интересно, мусковит такой тоже сидит тут. Меня ждет. Посмотрю. Вот кристаллик тут. Пигматите. Дома вымоешь половину, больше выбросишь. Это уже ясно, что с отвала ничего доброго там не оставляет. Вон, видите, тоже какие пачки мусковита. А здесь кристаллик дымчака. Вот тоже вымыть-то только надо. Мусковит с дымчаком. Вот с этой стороны дымчак, а тут вот пачка, маленькая пачка, вот я ее пальцем задеваю мусковита. Вымоешь, может, еще что-нибудь появится. Так что это интересно. Ну вот это вроде ничего интересного не представляет собой. Но видно, вот здесь, вот видите, все. Изгрызано, не изгрызано. Ну, немножко занорного. Поэтому вымоешь. Может быть, что-нибудь появится. Я стараюсь образцы такие брать. Вот тоже кристаллик. Хорошие. Маленькие образцы такие. Мини-фоточки. Появляются. Вот, тоже. Вот кристаллики один за одним. Раз, два, три. Согласно лежат. Плюс вон еще один за.
здесь. Вот с этой стороны тоже. Тоже вот пачка московита сидит. А здесь вот поблескивают, видите, вон. Вот здесь кристаллики. Кварца, наверное, дымчатого. Что тут еще? Вот и не фокусируется, а я показываю. Вот здесь вот. Может, какой-то микромаунт. Фотка интересная будет. Тоже поблескивает. Здесь вот сидит. А вот это вот пачка московита. Наверное, хорошее фото будет, если... Если вот этот не обломан, а он, кажется, обломан кристалл. Ну, это видно, из-за нора вытащен. Правда, на стенке ничего нет, кроме вот этого единственного кристаллика. Ну, тоже. Ну, это все из одной серии. Нормально, считаю. За 3 часа столько образцов найти. Тоже мыть надо. Вот эти на выброс, скорее всего, пойдут. Этот тоже, наверное, кварц как окатанный. Зубной щеточкой здесь вымоем, посмотрим. Ну, вот тоже картинка из 2 кристаллов кварца. Вот это осколок кристалла. Но опять же, видите, головка. Целенькая.
пустышка. Тут шпатики интересно, вот такую горку сделали. Хороший образец. Будет. Вот тоже неплохой. Жаль, конечно. Один-то хороший. Кристалл. Вот. Дымчака. Тут вот тоже дымчак, горный хрусталь. А вот еще один кристалл. Тот сломан. Ну, ладно, все равно интересно. Не понравится, что на кучу малую отнесем. Или в подарки отправим. Ну вот неплохой кристалл кварца. Солнышко зашло, не видно где-то его. Нет, не чистенький, но хорошо оформленный. Понятно, зачем взял, ну ладно. Взял, значит, дома будем смотреть. Не стоило, конечно, из одного вот этого кристальчика тащить, но... Машина рядом. А здесь вот, пожалуй, не видно ничего интересного, кроме вот этих вот пачек мусковита. Вот. Так красиво сидят. А нет, вот тут вот еще кристалл. Кристалл есть. Так что... возьмем. Ну вот еще в одной тут яме, вернее, не в яме дедовской, а в отвале. Вот видите, конечно, будь кристаллы целые, так хороший образец бы был. А так только на выброс. Вот. Ну, большие кристаллы были. Это все осколки. На выброс. Ну, вот этот кристалл мусковита оставлю. Оставлю.
Ну ладно. Какие-то граньки хорошие. Какие-то корявые. Но все равно интересно. А, ну тоже осколок. Черт. Черт. Я уж губы раскатал. Думаю, сейчас. Да. Хрен вам. Ну вот идет вот такая вот рень, осколки кварца. Тут вывернул пегматит. Ну вот он пегматит, плохо видно, наверное. Вот здесь вот червячки-то эти, эти глипты кварца. На нем о, какой шматок, шматок слюды и мусковита сидит. Вон он, видите? Вон. Слюда. Жилка, жилка. Но если был бы такой кварц, который уходил вглубь, там, в сторону сильно, такого я не вижу. Да и пигматит, он все равно где-то мелкий, а потом должна быть графика покрупнее. Крупная. Ну, не здесь. Да и не так искать ее надо. Так, это что? Ну да, пигматит со следой.